Медиаконкурс «Я лиру посвятил». Рязанцева Маргарита Ивановна, 55 лет. Стихотворение Некрасова «Праздник жизни, молодости годы». Праздник жизни, молодости годы, я убил под тяжестью труда, и поэтом, баловнем свободы, другом лени не был никогда. Если долго сдержанные муки, накипев, под сердце подойдут, я пишу, рифмованные звуки нарушают мой обычный труд. Все ж они не хуже плоской прозы и волнуют мягкие сердца, как внезапно хлынувшие слезы с огорченного лица. Но не льщусь, чтоб в памяти народной уцелело что-нибудь из них. Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих. Нет в тебе творящего искусства, но кипит в тебе живая кровь. Торжествует мстительное чувство, дорогая, теплится любовь. Та любовь, что добрых прославляет, что клеймит злодея и глупца, и венцом терновым наделяет беззащитного певца.